Бабах! Я, кстати, вспомнил, что в этом... В реакциях, когда я делал реакции, кто-то писал, что это зажигалка, кто-то писал, что это... Теперь это точно выглядит как детонатор, 100%. Я прям... А сейчас что будет? Или взорвался у меня комп? Алло? F сразу полетели. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Полуринор, и это Friday Night Funkin' with X, или он же Таби. И обновление вроде как вышло, не знаю какое там, говорят, как сцены изменились, и с нами сегодня не совсем чатик, но, как говорится, смайлики. Да, чатик, постарайтесь там, во, полетело. А, мы записываем просто на Трово, сейчас мы стримим и на Трово, играем, записываем для Ютуба на Трово, и это тоже мы записываем на Трово, поэтому ссылочка на Трово в описании. Туда приходите, стримы почти каждый день. Пока что каждый день, но возможно будут выходные. Также ставьте лайкусик, пишите комментарии про моды вообще, про моды. И, конечно же, если впервые на канале, подписочка, колокольчик обязательно. Также у нас есть Телеграм, где вы можете, как говорится, получать новости, видеть уникальный контент какой-то, еще что-то, поэтому тоже ссылочки, все ссылочки в описании, и, короче, погнали. Погнали, потому что я хочу поиграть. Три песенки. И походу, я так понимаю, это три. Секретных песен нет. Да, чатик? Секретных песен нет? Не забывайте ману кидать, если что, заранее. Спасибо всем, кто кидает ману. Просто на трову надо кидать ману. Чтобы мана продвигала канал. Приветик, бойфренд. Тут есть русскоязычный перевод. Ух. Приветик, бойфренд. Такой еще звук, голос такой прикольный у нее. Бип. Я хотел тебе сказать, что приглашаю тебя в ресторан. Хотя вообще, по-моему, она говорит, что у меня есть сюрприз для тебя, если что. Да? Бип! Та-да! Хороший друг моего отца, ну, мой дядя. Heard, cool. Как же она... Не, немножко странно, но... Хороший друг моего отца, ну, мой дядя, пригласил меня туда по какой-то причине. Скуб-буб-бибу-доп-скип-дип. А, еще он как раз выбрал мой любимый ресторан. Интересно, откуда он узнал? Мне кажется, что озвучка не совпадает с текстом чуть-чуть. Okay. Неважно. Я хотела тебя взять с собой, чтобы вы наконец-то встретились с ним. Он же мой дядя. Вообще-то он сказал, давай вызовем такси. Готов? По-моему. Бип. Отлично, тогда я закажу вам... А где продолжение? Я закажу вам такси. А почему вам? А ты не поедешь с нами? Кстати, какая комната розовая, да? Однако у нее жестко. Я, кстати, не играл, я делал реакцию от спайчика на этот мод. Правда, давненько это было, реально давно. И, возможно, если тут что-то, ну, прям поменялось, я посмотрю, сравню, то будет реакция от спайчика, да, на этом же канале также. Так, возможно, не выйдет раньше, чем это видео, не знаю, посмотрим. Так, погнали. А где... Голос. Итак, они отправились... А, это я понял. Закадровое. Итак, они отправились в ресторан на такси. Окей! Oh dear. It seems that my uncle's not here yet. I'm gonna go to the bathroom real quick. Она меня перебивает. Громко и перебивает меня. Hey, boyfriend, мне нужно в дамскую комнату. Подожди меня тут. Бип-бип-бип. Аха, ладно. Ладно, так и уже быть. Я разрешаю вам провести меня до туалета, мой любимый кавалер. А в туалет можно провести? Шутка. Стеснительная Би-боп. Кех, люблю тебя. Что? Аби? Это ты? Брк. Кик-скбип? Чёрт. Она сказала... Да, это ты. Что-то там, короче, про отца, друг, дяди, что, короче, ну, ресторан. Такой, опа. Где, у него голова, раньше так же летала или нет? Значит, после целого года пряток мы наконец с тобой встретились. Выглядит напряженной. А ты кто еще такой? Бибоп, скибоп. Значит, ты нашла нового жениха уже, не так ли? Ну, короче, это ее бывший бойфренд. Чего? Ну, виктим? Слушай, малыш, это мой бой, не твой. Оставь нас с ней одних, уходи. Бибоп, скибоп.
Такой улыбается. Надеюсь, ты понимаешь, что она использует тебя для своей выгоды. Ох, понеслась, товарищи, понеслась. Кстати, стоимость хард выбрал, нет, чатик? Все, я забыл. Ноду пропустил, да? И две. О! Ну это первое, это разогревочное. Потом будет больно. Блин, нравится мне. Ой. Ой-ой-ой-ой, куда засыпаешь? Короче, чатик веселится, он кидает всякие смайлики. Хочешь узнать, как там веселье? Заходи к нам. О! О! Ого! Ого! Музыка классная, а вот количество стрелок меня пугает. Да блин. Качает. Господи. Тям-дам. Чувствую, в последней песне буду страдать. Я, кстати, кажется, помню, чем закончится этот мод. Вообще, хотя вроде очень-очень давно это делал. Ну что, вроде здесь странно взорвёт, да? Сколько я помню. А интересно, как они переделали катсцену с этим взрывом ресторана? Я не помню, как было, но я помню, что он взорвал. О, первая песня, все? Ну ладно, это не так сложно. 18 пропусков? Ну, кстати, не так много, наверное. Наверное. Как ты не понимаешь, что она использует тебя лишь для своей собственной выгоды? Вот у него голос такой. Использует так, как использовала меня когда-то. Теперь посмотри на меня. Кто я теперь? Летающий череп с, с невидимым телом. Я потерял все. Слушай сюда, это твой последний шанс уйти. Я не оставлю, я не остановлюсь, пока не доберусь до этой мелкой стервы. Проваливай сейчас же или узри последствия. Рык. Хорошо, не хотел я причинять тебе вред, малыш, но ты мне не оставляешь выбора. Раз так, то я убью вас обоих. По-моему, я сказал не обоих, а я говорю типа всех. Ух. О, пошла. Жара пошла. Жара пошла. У меня пальцы потеряли гибкость. Давно не играл в FNF на самом деле. Ого! 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 Ух, качает! Качает, блин! Ого! Ай! Что там много-много, она пропускал. 14 пропусков, да? Ой, блин, я засмотрелся в чат, посмотрел. Не надо в чат смотреть. Сейчас не до чата! Блин, музыка... Воу-воу-воу! Ты куда? Ну, накидал. Разошелся, чел, разошелся. Куда? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Разошелся, блин. Ну музыка качает. Чат качается. Там, наверное, весь экран уже в смайликах. Ай-яй-яй, там не засчитывал, алло. 7 секунд. Коротенький мод. Да господи. Тут когда не стандарт, какие-то наборы. Меня не... Ладно, 55.
Ладно, не важно. Там, кстати, не всегда фиксировал, потому что слишком... Опа. Баба! Я, кстати, вспомнил, что в этом... В реакциях, когда я делал реакции, кто-то писал, что это зажигалка, кто-то писал, что это... Теперь это точно выглядит как детонатор, стопроцентный. Я прям... А сейчас что будет? Или взорвался у меня комп? Алло? F, сразу полетели. Реально, нет. Короче говоря, на русском языке эта катсцена не загружается. Мы ждали долго с чатиком. Сидели, ждали. Пришлось перепроходить, включать английский, блин. Не знаю, кто будет переводить, мне лень переводить. Я расслабился уже. Хэм, короче, он кашляет. Походу, сам пострадал. Жесть, как все горит. Ну вот это из-за огня, наверное, да? Нет? Да? Бойфренд. Она вся в синяках, грязная. Вы выжили после взрыва, у везунчики. Я оккупировал стол, что вы взорветесь. Это потому, что я не хотел убить всех невинных людей. Только эту маленькую заразу. Я хочу ее смерти. Подожди, прекрати улыбаться и покинь это место сейчас же. Она идет с тобой. Она не идет с тобой, она остается здесь со мной и умрет со мной. Нет, я не хочу. Бэф, что-то там... Оставь Кэф и уходи, короче, бла-бла-бла, все дела. Почему ты не хочешь? Она монстр. Она реально манипулирует тобой. Бип. Хорошо, тогда мы умрем вместе. Ты, я и она. Мы выживем. Ты не смог. Ты не хочешь этого? Ты меня выключишь, маленькая какашка. Я хочу убить тебя. Бла-бла-бла-бла. Умри. Ух, какая жесть. Я перевел как и мог. Жесть, какая она грязь, какая страшная. Такое ощущение, что это в HD, ну, отчасти. И она такая грязная, фу. Оу, понесло! Сейчас будет больно. Я же говорю, будет больно. А куда полоска убегает? Вернись. Все трясется у меня, Валаш. Напрягаются. О, блин. Вот я не знаю, сколько изменили, потому что я не помню всего. Взрыв-то было, а что изменили? Может, перерисовали просто? Я буду смотреть и сравнивать потом, что было в старой версии, что в новой. Но песня прикольная. Все так, ух. Вот. Ой, блин. Ух. Пианизм! Флексим! Господи! Мазимчик!
Класс. Бомба, пушка, ракета. Воу. Пишите, как вам. Блин, это бомба. И опять все взорвалось. История вернется, да? А, блин, блин, а продолжение? Любовь вернет... Короче, мой перевод. Оставайся в туннеле. В туннеле оставайся. Не знаю, что это значит, ну ладно. Я примерно знаю, ну ладно. Аготи? Ты ли это? Что? Аготи? В общем, мод прикольный, да? Мод прикольный, конечно, пришлось перепроходить его. В общем, ставим лайки, подписываем канал, жмем колокольчик, пишем комментарий. Идем на трово и веселимся, ребята, с чатик тоже там подкиньте смайликов. Хотя, походу, там антиспам-система немножко прижала смайлики, да? Поэтому, короче, заходите на трово, веселитесь с нами и, естественно, вступайте в Телеграм и Дискорд. Все, всем спасибо, всем пока! Bye-bye.